Всем привет, меня зовут Андрей Шишков, и это программа «Готовим на Урале». И сегодня в гостях у меня прекрасная девушка Инна Мюллер. Инна, привет. Привет, дорогой. Очень рада, что ты пригласил меня к себе. У меня сегодня в студии чудо-человек, который привез мне чудо-тесто. И готовит какое-то чудо-блюдо. Чудо-блюдо. Тонкости приготовления старинного кушания с интригующим названием и интересной историей. Потом монахи хотели же очень мяса и начали внутрь Маунтаршенов прятать маленькие кусочки бекона, курицы, но молчали. Молчали? Молчали, но если вдруг кто-то, ой, а здесь мясо, тут же получал пощечину. Откровенный разговор о прошлом и будущем. Не зря тебя называют иконой стиля. Посмотри, как звучит. Модный дом одежды Инны Мюллер. Но прежде чем воплотить их в жизнь, мне сначала нужно создать империю ресторанного бизнеса. Смотрите свежий выпуск программы «Готовим на Урале» в субботу, 4 декабря в полдень, на Урал-1.